Новости этой истории. Рассказывайте их интересно. Именно с этих слов начался тренинг от редактора «России-24» Вадима Колнобрыцкого. Для начинающих журналистов стартовали трехдневные мастер-классы, приглашенных ведущих экспертов в области журналистики, традиционных и новых медиа. В рамках образовательной программы «Вместе медиа» студентам журфака расскажут, как собирать уникальный материал для репортажа, делать новости из ничего и превращать сухую статистику в увлекательные истории. Теория хорошо, но нет ничего лучше применить знания на практике. Студентов ждут ряд заданий, и лучшие работы выйдут на сайте университета и в социальных сетях проекта «Вместе медиа». То есть мы разделили студентов на пары продюсер-репортер, ну и некоторые сами себе продюсеры и сами себе репортеры в одном лице. И вот одна пара, буквально одна команда будет определена лучшая. Мы посовещаемся с организаторами фестиваля, и обещали они, что эти люди будут приглашены на финал в Москву. Финал фестиваля «Вместе медиа». Елизавета Евтефеева, Руслан Уразаев, Роман Самарин, Универньюз.